Новые рекорды цен на автогаз. Цифры на АЗС продолжают расти. Сегодня стоимость топлива достигла новой планки – 17 гривен за литр. Люди выходят на акции протеста. Все подробности в материале. Рекордные скачки цен на автогаз заставили выйти на митинг около 100 человек. Они собрались возле СБУ. Активисты требовали от спецслужбы разобраться с трейдерами топливного рынка. Ведь вместо десятков поставщиков газа осталась едва ли не одна компания. На резкий скачок цен отреагировало и правительство. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, антимонопольному комитету и фискалам разобраться с рекордным повышением цен. И заверил, через две недели ситуация должна стабилизироваться. Хотя розничные торговцы уверяют, что цены откатятся назад после того, как упадет спрос на автогаз. Напомним, в прошлую пятницу цена на автогаз была 16 гривен за литр. За выходные топливо подорожало на 50 копеек. В понедельник и вторник средний ценник по Украине 16,5 гривен. А сегодня рекорд побит – 17 гривен за 1 литр газа.